Сегодня расскажу про лайфхак, как сделать пробку в Honda Fit более, так сказать, удобной, для пробка для бензобака. Вот смотрите, она здесь уже как бы у нее все сделала, но да, некоторые самые умные уже поняли, что к чему. Но на самом деле пробка, она вообще без всяких там вот этих вот цепочечек, колечечек. То есть, когда ее заправляешь, получается не очень удобно. Куда ее девать? Выкручиваешь и либо держишь в руке, в карман, на машину ложишь. Ну, соответственно, не очень удобно. Значит, что я придумал? Вот. Значит, сверлим вот такое отверстие. Это безболезненно, то есть тут ничего не протекает. Вот. И вставляем колесико. Колесико такое вот от брелка. У всех валяются какие-то старые брелки, вот можно их использовать. И с другой стороны то же самое. Вот сюда вот можно закрепить. На цепочку тут сколько? 10-15 сантиметров, скорее всего 15. Вот. Соответственно, открутили, приехали на заправку, открутили крышку бензобака. Вот так просто открутили. Все, она никуда не денется. То есть руки свободны. Вот. Но в свое время не додумали изобретатели Honda Fit, что так можно сделать. Некоторые делают по-другому, но я вот нашел себе вот такой способ. Так что пользуйтесь.